Как сделать так, чтобы шнурки не развязывались? Не на всех ботиночках есть вот такие вот отличные шнурки, которые, как бы вы ни завязали, они просто не развязываются. Потому что структура шнурка отличная, она не скользкая. Но не все ботинки с такими охуенными шнурками. Есть ботинки вот такие вот, они уёбищные. Точнее, их шнурки уёбищные. И если вы будете завязывать шнурки таких ботинок, они у вас постоянно будут развязываться. Вот. Потому что он толстый, как колбаса. Как бы сильно ты его не затянул, буквально пару шагов, и он развяжется. Есть простой способ, потому что развязанные шнурки будут долго ебать вам голову. И его знают не все. Мы просто завязываем один раз. Потом делаем петлю, оп, но мы еще делаем одну петлю. То есть, вот мы сделали одну и еще одну, все. Вот такие шнурки никогда сами, без вашего ведома, не развяжутся. И при этом они легко развяжутся, если вы за них потянете. Никаких проблем, подписывайся на стрёмного, и будешь умнее в два раза, чем был раньше.